Домохозяйки. С вами семейный психолог Ольга Мушкина, и вещаю о том, как в браке быть счастливыми. Некоторые считают, что домохозяйки – это женщины, которые деградируют в своем положении, в декрете в том числе, зависят от мужа, который теряет к ним интерес ввиду сложившихся обстоятельств и рискуют остаться ни с чем, когда муж уйдет или умрет. Давайте разбираться, домохозяйки бывают разные, есть те, у которых всегда все прекрасно складывается. Итак, девушка прямиком с родительского гнезда, минуя образование или не заканчивая его, идет замуж, в декрет, затем еще рожает ребенка. Такая женщина действительно находится в уязвимом положении, потому что она не имеет навыка зарабатывания денег, не знает, что такое жить отдельно, самостоятельно закрывать свои потребности, иметь опору на себя. Мужу легко такой женой манипулировать, она много на что закрывает глаза, вынуждена соглашаться, терпеть, боится потерять мужа, потому что ей некуда будет идти, не на что будет жить, когда он идет к любовнице или умрет. Нередко жены таких мужей вынуждены у них выпрашивать деньги на свои потребности. Кто-то получает легко средства на свои хотелки, но они также боятся потерять обеспечение мужа. Муж с такой женой в зависимости, страхах и неуверенной в себе может позволять вести себя неуважительно, недостойно, ведь ему все будет сходить с рук. Следующий вариант – женщина, живущая отдельно, самостоятельно имеющая деятельность, профессию, которая приносит ей достаточно средств для воплощения в реальность всех ее желаний. Такая женщина никогда не побежит в брак из чувства недостаточности ради крыши над головой и обеспечения. Она серьезнее подходит к выбору мужчины, ищет здоровые, гармоничные и уважительные отношения. Она идет в домохозяйки не вынужденно, а по собственному желанию. При этом у нее есть естественное стремление к развитию и реализации. Такие женщины часто параллельно с декретом занимаются каким-то творчеством, что-то делают руками, продают это, ведут блог в соцсетях, какую-то наставническую деятельность, консультации в самых разных сферах жизни. У таких женщин всегда есть свои собственные деньги в радость. Муж такую жену уважает, ценит и в тонусе с такой, потому что знает, что если не он, то всегда есть огромное количество мужчин, которые мечтают находиться в отношениях с интересной, уверенной в себе женщиной. У таких домохозяек всегда все прекрасно складывается.